Хоккейный сезон открыт. В Челябинске стартовал 5-й юбилейный кубок губернатора по хоккею. Бороться за главный приз будут 4 клуба. Первый матч уже прошел. Магнитогорский «Металлург» обыграл «Югру» со счетом 4-3. А в 19 часов на льду встретятся «Трактор» и «Автомобилист». Как арену подготовили к турниру, расскажет Александр Захаров. С утра хоккеисты «Трактора» провели предигровую раскатку. В ней приняли участие все хоккеисты. Поделились на несколько звеньев. Желтые, синие, белые, красные. Можно сказать, что Анвар Гатиатуллин уже определился стартовым составом на матч. Отрабатывали различные хоккейные комбинации, игру в большинстве, броски по воротам. С каким настроем выйдут сегодня хоккеисты на матч против «Автомобилиста», мы узнали у помощника главного тренера Виталия Ячменева. Предсезонные матчи, они очень важны. И надеемся, что сегодня пройдет очень много болельщиков. Хочется, конечно, сыграть как много лучше. Но в то же время это все равно предсезонный турнир, и у каждой команды свои задачи. Сегодня весь день на арене проходит подготовка к предстоящему турниру. Работники проводят последние приготовления в зоне кафе и фудкорте. Выставляют столы, протирают их, готовятся к приходу болельщиков. В кассе образовались очереди, болельщики пытаются успеть приобрести последние билеты. Их цена, кстати, варьируется от 100 до 150 рублей в зависимости от места. Особой популярностью, конечно, пользуется матч открытия и матч «Трактора» против магнитогорского «Металлурга». Мы поговорили с фанатами и узнали, с какими эмоциями они ждут предстоящий турнир. На сегодня, на завтра купили. Сегодня, потому что охота посмотреть, что после отдыха команда может. Посмотрим новичков и так далее. А завтра уже будет хорошая игра. Надеюсь, что бой, который пройдет с «Магниткой», действующим обладателем кубка. Поэтому это будет еще интереснее, надеюсь, чем сегодня. Медиахолдинг ОТВ по традиции будет вести трансляции хоккейных матчей с участием «Трактора». В этом сезоне будет много интересного. Вновь запускается конкурс «Народный комментатор». Любой желающий может попробовать себя в роли голоса челябинского хоккея. В смешанной зоне с хоккеистами в перерыве матча будет общаться новый корреспондент. Подробности мы узнали у продюсера хоккейных трансляций нашего медиахолдинга Евгения Михайлова. В «Медузоне» мы будем пробовать, у нас будет новый корреспондент Соня. Мы решили разбавить наш мужской такой коллектив девушкой, поэтому просим любить и жаловать. Посмотрим, как она вольется к нам в коллектив. На матче открытия будет присутствовать губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сам же матч начнется уже буквально через несколько минут. Александр Захаров, Иван Генералов, ОТВ.